Уважаемые выпускники и родители, добро пожаловать в Актёмский филиал Арктического государственного агротехнологического университета. Филиал был создан в 1999 году, и когда в стране принята доктрина продовольственной безопасности и указ главы Республики Саха-Якутия об обеспечении сельхозпродукции собственного производства, значимость агропромышленного комплекса и выпускаемых специалистов растет. И мы сегодня подробно вам расскажем о деятельности и работе нашего филиала. Уважаемые выпускники школ, колледжей, техникумов, в Актёмском филиале есть три кафедры: кафедра агрономии, кафедра механизации сельхозпроизводства, кафедра общеобразовательных дисциплин. На сегодня в нашем филиале обучаются 552 студента, из них по высшему образованию 295 и по среднему профобразованию 257. Работают 4 доктора наук, 13 кандидатов наук, 2 старших преподавателя и 3 ассистента преподавателя. В филиале реализуется 6 образовательных программ, в том числе 3 по высшему образованию и 3 по среднему профобразованию. По высшему образованию это магистратура агрономия, бакалавриат агрономия и бакалавриат агроинженерия. По среднему профобразованию это механизация сельского хозяйства, агрономия и земельно-имущественные отношения. При обучении на среднем профессиональном образовании вместе с дипломом выпускники получают также свидетельства о рабочих профессиях. Например, по агрономии получают свидетельство агронома, а по механизации сельского хозяйства получают рабочую профессию тракторист-машинист сельхозпроизводства. Мы поступательно работаем над укреплением материально-технической базы, над расширением учебно-производственного хозяйства. У нас есть теплицы, поля, но будут реализованы проекты в части смарт-хотон, умная ферма. Думаем о разведении коз, молочно-мясного скотоводства. Нам дали поручение разработать питомник по развитию плодово-ягодных культур, в частности это облепиха, черная смородина. Мы думаем над разведением скороспелых отраслей животноводства, как птицеводство, корлиководство, козоводство и так далее. И кроме того, будут реализованы такие проекты, как пчеловодство. Филиал будет дальше развиваться и выпускать высококонкурентных специалистов. Дорогие выпускники школ, колледжей, техникумов, приглашаем вас поступить в наш Актёмский филиал Арктического государственного агротехнологического университета. Мы вас ждем!